Добрый день, дорогие подписчики, гости моего канала. Всем доброго, прекрасного дня. И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом быстрой, просто мгновенной шоколадной глазурью, которую не надо варить. Этой глазурью можно покрывать любые пироги, торты, обмакивать печенье. Ну, в общем-то, сейчас вы сами все увидите. Для этой глазури нам понадобится 3 столовые ложки какао. Какао желательно выбрать хорошего качества. 3 с горкой столовые ложки. Вот прям вот с такой горкой набираю. Далее столько же сахара, 3 столовые ложки. 100 грамм растительного масла. 120 грамм молока. Холодного молока. Чаша и миксер. Это все, что нам понадобится, чтобы быстро сделать очень вкусную шоколадную глазурь. В чашу мы высыпаем какао и сахар. И перемешаем. Хорошо так быстренько перемешаем. Соединим 2 сухих ингредиента. Далее вливаем наше молоко. Добавляем растительное масло. И всю эту массу хорошо перемешаем миксером. Нашу глазурь взбиваем в течение 1 минуты до тех пор, пока не появятся вот такие бороздки. Наша глазурь готова. Она густая, она глянцевая. И этой глазурью вы можете украшать свою любую выпечку. Без всяких заморочек и проблем. Не надо варить, не надо стоять у плиты. На это у вас всего уйдет 3 минуты. Минуту, чтобы подготовить продукты. Минуту, чтобы соединить продукты, даже меньше. И минуту, чтобы взбить. И, пожалуйста, шикарная. Глянцевая шоколадная глазурь готова. Я думаю, когда вы попробуете приготовить такую глазурь, вы ее полюбите с первого раза. Сегодня я поделилась с вами рецептом приготовления шоколадной глянцевой глазури. Я испекла к чаю вот такой пирог. Называется «День и ночь». Сегодня у меня будут гости. И к чаю я подам вот такой пирог, покрытый шоколадной глазурью, который сегодня я поделилась с вами. Дорогие мои друзья, посмотрите, я наношу глазурь. Она очень густая, глянцевая, ароматная. Когда ее наносишь на кулинарное изделие, она не растекается, не разбегается. Она очень равномерно, густо, плавно ложится. Очень мне нравится эта глазурь. Посмотрите, какая она. Шикарная глазурь. Очень вам советую. Очень советую. Очень подходит для любых тортов, для всего. Посмотрите, как шикарно покрыла я глазурью свой пирог. Это просто прелесть. Очень мне понравилось, потому что глазурь не сбегает, не стекает. Она ложится очень густо, ровно и вся такая переливающаяся, зеркальная. Ну все, друзья мои, сегодня я поделилась с вами рецептом приготовления быстрой, очень вкусной глянцевой шоколадной глазури. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч на моем канале «Жизнь как есть с Аленой». Всем пока!